Решение проблемных вопросов в приоритетных сферах, таких как образование, здравоохранение, спорт и социальная поддержка. Этим направлениям уделяется особое внимание созданным по инициативе главы государства общественным фондом «Казахстан Халкына». В нашей стране реализуется ряд проектов и программ. В основном из них в ходе встреч различного формата ознакомил член правления фонда Лязат Шыңғыспаева, посетившая регион с рабочим визитом. Создать общественный фонд «Казахстан Халкына» глава государства поручил в январе 2022 года, и с тех пор проводится большая работа в самых разных направлениях. Особый акцент делается на сфере образования. Именно с целью разъяснения важных аспектов Лязат Шыңғыспаева провела встречу со студентами сразу 4 актюбинских вузов. К слову, одним из ключевых направлений является реализация проекта «Комфортная школа». В Актюбинской области были отобраны 134 учебных заведения, где по последнему слову техники оснащаются по 2 кабинета. Кроме того, ведется работа по модернизации специальных школ для детей с особыми потребностями. Безусловно, важным для студентов является обеспечение образовательными грантами. В общей сложности по стране в фонд поступило 45 тысяч обращений. И немалая часть от студентов и абитуриентов, которые хотели бы обучаться в вузах Казахстана, но по тем или иным причинам у них не получилось. В прошлом году более 2000 у нас студентов-абитуриентов получили гранты. Это не только оплата учебы, но и это в том числе идет и ежемесячная стипендия 40 тысяч для каждого студента. В этом году Казахстан Халкына выделил 850 грантов. Понятно, что мы, когда посещаем регионы, обязательно в свою программу вписываем посещение и встречи с нашими грантополучателями, в целом узнать, как они, какие есть вопросы ответить, какую-то мотивацию сделать, потому что это все-таки хороший шанс, хорошая возможность для тех, у которых не было шансов вообще. Актуальный вопрос реализации проектов и программ фонда обсуждались в ходе встречи с главой региона. Как было отмечено, порядка 60% обращений в фонд касалось сферы здравоохранения. Так, для 10 актюбинцев было закуплено лекарство на 1,5 миллиарда тенге. Четверых отправили на лечение за рубеж. Это далеко не полный список оказанной жителям региона помощи. Фонд «Казахстан Халкына» был создан по инициативе главы государства, и в его задачи входит решение актуальных проблемных вопросов. Большая работа уже полным ходом ведется, положительные результаты есть, за что хочется выразить благодарность. Это прежде всего системная поддержка, адресная помощь людям. Решаются проблемные вопросы по ряду ключевых направлений. Это не может не радовать. К слову, в общей сложности в рамках программы проекта фонда по стране было одобрено выделение 146,5 миллиардов тенге, уже оказана помощь на 49 миллиардов. Отметим, что только на Актюбинскую область фондом направлено 4 миллиарда 300 миллионов тенге. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.